Коллекция марки «Дизель», линия «Дизель Black Gold». Воспоминания о конце 70-х, студии 54, времени абсолютной беззаботности, неги, детей цветов, протестов и оптимизма. Но в дверь уже стучатся ранние 80-е с их нарочитым стремлением к роскоши, пышности, демонстрации материального благополучия. Художественный директор марки, основанный Ренцо Росса, Андреас Мелблштадт, не поскупился на использование кожи, пайеток и кружева. Бритни Спирс тоже решила взяться за дизайн одежды вслед за Рианной и Викторией Бекхэм. Она показала коллекцию белья, пляжной одежды и одежды для отдыха. У меня работа над коллекцией заняла 2 с лишним года. Мне очень понравилась моя новая сфера деятельности. Надеюсь, что те, кто купит созданное мною, не будут разочарованы. Обязательное мероприятие Нью-Йоркской недели моды – благотворительный вечер, куда приглашены знаменитости от Дюран Дюран до Дженнифер Лопес. Разумеется, обойтись в данном контексте без знаменитой композиции Дэвида Боуи «Fashion» было практически невозможно. Ее исполнила Рита Ора.